могу сказать, что у нас политические отношения на самом высоком уровне. У нас почти ежегодно несколько встреч на самом высоком уровне, на уровне президента, премьер-министров. Мы ожидаем в скором времени визит премьер-министра Вучича в Российскую Федерацию. Я могу сказать, что уровень наших отношений очень высокий. У нас подписана декларация о стратегическом партнерстве. Было бы очень хорошо, если бы такой высокий уровень дружбы, отношений на политическом уровне сопровождали и экономические отношения. У нас объем торговли где-то 3 миллиарда евро, хотя дефицит на нашей стороне, но мы считаем, что наши возможности нашего экономического сотрудничества, в том числе и области туризма, еще не исчерпаны. Поэтому я считаю, что существуют все возможности для развития наших отношений, всех направлений. Сербия – страна плодная, богатая, дружелюбивая, православная, славянская. У нас нет моря, но есть очень много других капацитетов. Например, у нас очень развит горнолыжный туризм, у нас очень лечебно-курортный туризм, у нас развит тоже охотнический, паломнический. Сербия – православная страна. У нас, можно сказать, сотни хороших монастырей средневековых. Самое хорошее, мне кажется, что у нас безвизовый режим, что у нас ежедневно 4 рейса, 2 русские, 2 наши компании, и что у нас, я постоянно подчеркиваю, что русские в Сербии встречают братски, абсолютно дружелюбиво, и что каждый русский в Сербии, он просто брат.